В медицинском обслуживании нуждается каждый. Жителям Рассказовского района до недавнего времени приходилось ездить в город для предоставления им медицинской помощи. Но теперь эта проблема решена. В Верхнеспасском открылся современный медицинский центр. 9/10 нашего счастья зависит от здоровья. Слова Артура Шопенгауэра на деле подтвердили счастливые лица жителей района. Ведь в селе Верхнеспасское открылся обновленный медицинский пункт. Был проведен косметический ремонт помещений и фасада здания. Завезено современное оборудование. Трудно переоценить значимость этого медцентра не только для села Верхнеспасское, но и для всего Рассказовского района. Для района, да, очень большое значение имеет, потому что здесь вокруг еще 8 сел, они все обращаются к нам. Вот, и мы оказываем им первую помощь тоже, в том числе стоматологическую. Помещение отделали очень хорошо, светлое. Вот. Аппаратура не совсем новая, конечно, но вот скоро обещают нам новое оборудование. Вот. Мебель тоже привезли новую. Вот. Так что светлый кабинет. Очень приятно работать в нем сейчас. На торжественной церемонии открытия собрались люди, принимавшие непосредственное участие в возобновлении работы врачебного участка. Врачи, медработники, жители. Алексей Поздняков поздравил сельчан со столь значимым событием. Я всем желаю крепкого здоровья, добра, мира и приходить сюда только для профилактических целей. После официальной части гости и жители села Верхнеспасское были приглашены на мини-экскурсию по врачебному участку. Люди подходили и благодарили тех, кто дал им возможность получать медицинскую помощь, не выезжая в город. Владимир Иванов, Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.